У лабрадора множество качеств, за которые его любят. Интеллект, легкость дрессировки и умение быть прекрасным компаньоном. Лабрадоры – крепко сложенные и сильные собаки. Лабрадоры-ретриверы – крепко сложенные, сильные собаки. По пропорциям они почти напоминают квадрат. У них плотное тело и крепкие лапы. Рост в холке 55-58 см, вес 25-36 кг. Продолжительность жизни – дети 12 лет. Лабрадоров легко узнать по широкой форме головы, висячим ушам и большим выразительным глазам. Две отличительные особенности лабрадора – это достаточно короткая, двухслойная водонепроницаемая шерсть и так называемый хвост выдры. Лапы лабрадора характеризуются как перепончатые, с удлиненной кожей между пальцами, помогающей собаке плавать. Окрас может варьироваться от черного до шоколадного, рыже-желтого и даже почти белого. Интересные факты о лабрадорах. Лабрадора очень сложно намочить насквозь. Его шерсть имеет невероятно густой подшерсток. У пасти лабрадоров есть особенность. Она не предназначена для укусов и очень мягкая. Лабрадоры могут ею прекрасно владеть и даже могут перенести в зубах сырое яйцо, не повредив скорлупу. Целью введения породы было добывание дичи из воды. Порода лабрадор – это определенно одна из лучших пород для роли семейного домашнего питомца, но только если вы ведете активный образ жизни. Это дружелюбные, добрые собаки, любящие всех и каждого. Они социально адаптированы и могут хорошо общаться с другими животными и детьми. Они терпеливы и готовы многое прощать, но никогда не следует этим злоупотреблять. Лабрадоры крайне преданы и любят участвовать во всех семейных делах. Лают, чтобы привлечь ваше внимание к незнакомцам, но всегда оказывают гостям очень теплый прием. Достаточно расчесывать собаку щеткой раз в неделю, а в период линьки чаще лабрадоры с легкостью адаптируются к объему нагрузок, которые вы можете обеспечить. Они любят довольно длительные прогулки с возможностью бегать и играть без поводка. Они обожают искать предметы и воду, так что позаботьтесь о безопасности при наличии водоемов поблизости. Они склонны набирать лишний вес. Часто это объясняется недостатком физической активности, а также любовью к еде. Порода не относится к гипоаллергенным и имеет умеренное слюноотделение. В наше время лабрадоры преуспевают в качестве служебных собак. Собак-поводырей, домашних любимцев, поисковых собак на службе у военных, таможни и пожарных, собак-спасателей, охотничьих собак и даже артистов. Лабрадор – порода собак, которая подойдет владельцам без опыта. Они прекрасно ладят с детьми, поэтому станут идеальным питомцем в большой семье. Лабрадоры, как правило, защищают свою семью и дом, но они в равной мере рады гостям. Их инстинкт к добыванию предметов может развить в них тягу жевать все, что попадается на глаза, поэтому им необходимы специальные жевательные игрушки и соответствующая дрессировка. При выборе щенка обратите внимание на следующие аспекты. Щенки должны выглядеть ухоженными и упитанными, с чистой шерстью, без истечений из глаз и носика, с чистыми ушными раковинами и хорошенькими чистыми без всяких высыпаний животиками. Внимательно изучите родословные титулы родителей щенка. Обратите внимание на общую обстановку, в которой содержатся щенки. Есть ли у них просторный, чистый вольер-манеж, стоящий в освещенном теплом месте? Друзья, на нашем сайте вы можете познакомиться с породой лабрадор-ретривер и приобрести щенка от проверенных и титулованных родителей. Наши ответственные заводчики помогут вам на всех этапах взросления щенка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если видео было для вас интересно, пишите в комментариях вопросы, которые вас интересуют, и мы постараемся на них ответить. Увидимся в следующих видео!